Ну, поехали. Блистательный палач. Надо пробить Ионией, надо пробить Рунтерой. То есть его обязательно убить за Джина, что ли? А здесь Ноксусом, Билджвотером. Ну, мне лучше, кстати, сюда идти, потому что Ноксус, Билджвотер — это у меня Эни плюс Иловойная. А здесь любой регион. Давай любой регион за Анечку. Какое усиление у них? Я не посмотрел. Разыгрывая медленное заклинание, повторить на тех же целях. Сделайте слабейшего врага уязвимым. Ну, Анечка сможет убивать. У атакующих союзников показатель силы повышается до здоровья. Если бы здоровье до силы. Ну, для Ани клёво, а так нет. Думаю, это рерол. Будет 3-3 при атаке. Да, но зачем? Понимаете? Зачем? До тех пор, пока у нее нет пробивания, скорее всего, ее блочит. У нее же не будет инвиза, это же не прошлая катка. Для старосты, ну да, 1-5 староста, который на третий ход будет 5-5, это еще ничего так. Я думаю, лучше что-нибудь посильнее. Призывая союзника, наносите один урон вражескому Нексусу. Или когда наносите урон Нексусу, даруйте верхнему союзнику в колоде +7/+1. Вот это хорошо. Ну, взрывное появление тоже хорошо, конечно же. Ну, только когда призывается союзник. Пауками. Пауки будут по два уносить, или призыв это из руки? Нет, из руки это разыгрывание. Да, вот это звучит сильно. Да, поехали. Начало игры, оппонент призывает арену на скрай. Хорошо. Вступает на залитую арену. А какой, собственно, баф у самого... Сильнейшему бойцу оппонент дается +2/+0 и пробивание до конца раунда. В начале раунда. Понял. Какая конечная цена заказа игры? В описании 7500, в Google Доке 500. 5000, 7500 сейчас. Дорожало давно уже довольно-таки. Google Док, он где вообще находится? Там, где донаты у нас, наверное, да? Нет, yes, сейчас 7500. Выполняю приказ. Так, пойти в атаку или, наверное, вместе с учеником лучше. Как круто! Хорошо быть королем! Хочу учиться! Бедно. Думаю, почти. Большая ошибка. Не победная, он и не убил. Ну ладно. Слишком ярко. Здравствует рука Ноксуса! Трифрианский... Трифрианец с броней. Где магия? Там и я. Зарубим врага! Готово. Я могу. Есть смысл это делать, потому что... Да. Победная через ученика чародея, типа. Смерть меня не пугает. Смерть, 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 смерть. А белочка уже в стейке. Спам стикер от ботов, самые токсичные игроки даже не такие мерзкие. Да ладно. Пускай общается.
Восстание машин. Звездный. Ухо-хо-хо-хо-хо. Школа. Найс. Виктор, вытяните меня, если я не в руке. Создайте улучшение хикстекового ядра. Оно бурстовое, я не помню. Оно какое? Оно медленное. Для нас медленные спеллы — это клево. Гарен, а чё у Гарена? Гарен за 3 манны? Не, ну... Хо. Или Акшан с восстановлением. Да, Гарен за 3 манны и рвение. Да, я вот тут я согласен. Медальон кочевника очень сильно. Вот тут прям... Прям да. Так, идем за сундуком чемпиона. Кейта и Шираза. У союзников оппонента с пробиванием плюс 3, плюс 0. А он там еще плюс 2, плюс 0 дает в начале хода. И того у него... Надо убийство какие-то. Надо его как-то чистить. А у них уже 2 манны, кстати. Круто. А еще у него первый ход. У меня 1 манна. Который час? Час мордобоя. Вместе мы несокрушимы. Помни, за что мы сражаемся. Ля, там Анечку видно. Скорее всего, до вас уже дошли вести о том, что Академия Роузгард не справилась со своей задачей. Надеюсь, вы научитесь на ошибках ваших коллег и будете управлять уверенным вам учреждением так, чтобы выпускники как можно лучше служили Империи. Из обгоревшего письма, найденного на развалинах хранилища. 8-4 барабанщица. Что мне с этим делать? Станет на следующий ход. А у меня 2 манны. Ты под защитой? Девять, три. Пора убивать! Так, Шраза с блоком, да? Так, у нее будет first strike, если я не встаню вот это. Шраз наносит 6 урона, баллист наносит 9 урона. И first strike станем. Я остановлю тебя. Ну, типа хоть как-то, хоть что-то. Если тебе дана сила, нужно ее использовать. Наконец-то! Я им всем покажу. А, да. А если он блочит здесь, я кидаю расщепление, она умирает от обилки. Если она блочит здесь, я кидаю расщепление, она умирает от обилки. Она умирает от этого. Да, получается, я обязан атаковать. Я вижу спалшилд, но... Эй, не так быстро! Единственное, староста не умирает, судя по всему, не убивает 8, да? И да, староста все, нет, к сожалению. И вот что сейчас делать с этой старостой, я понял... Ой, старостой, с этой барабанщицей я понятия не имею. Блочить ее 1-3 Эни. Ты какой? Сильнейшему бойцу, да? Дестхенд. Просто сделаем вот так. Аката дает плюс 3, плюс 0 на ласкового по... О, боже.
Жесть! Когда ты левелапнешься, скажи мне, пожалуйста. Наносит удар, если у этого союзника пробивание избыточное в Нексус. Сейчас Пора получит пробивной удар. Кто хочет уравниться? А, ну все, тогда. А, Энни не качнулась, да? И все равно бы Тибер здесь ничего бы не сделал. Да, здесь жуткий недокач, либо нормальные эти нужны. Либо нормальный стартовый бонус, потому что урон по Нексусу... У нас же воскрешение вроде нет. Воспрянуть. Воспрянет и Шурима, и фиолетовые кубики. Четыре-четыре слабейшим на первый ход. Я не знаю. Опять ход начинается с Академии, но это в этом нет ни особого смысла. Может, пока другим подерешься, покупаю. Да. Не знаю. Себя тим. Сейчас будет 9-3 баллиста. Где там тут Гарен за 3 манны? Который здесь ничего не заблочит, кстати. Пора уравниться! Я могу помочь. Кто? Да ты издеваешься! Какие комментаторы боев? Морозка, партнеров Джин. Да, заморозка на начало раунда было бы здорово. Самого сильного юнита. Да, Дрейвен такой жесткий. Жесткий, братан. А, давайте вторую попытку. Вообще, конечно, надо брать тех чемпов, которые у нас уже открыты, но за которых мы ничего не делали, и делать их сюжетные квесты, скорее всего. А, кристалл маны в трех боях. Да, а дальше что мне делать? Давайте вытягивать две карты. Где Лиола, кстати? О, мой первый ход. Видел легендарное усиление? На одно натыкался. Воскрешение Триндамира, типа. Я это прошел с Джином и Эзом. Ну, слушай. Звучит как контроль. У нас не контроль, у нас агрота. Стоп, у паука же должен быть бронь. А, или я не добрался еще до этого усиления, видимо. Они ни о чем не подозревают. Прорубим путь! А, да? Анблокер? Клево. Можно я выиграю просто? А, ну он анблокер, но он будет сражаться на арене, я понял. Это их встряхнет.
Но мы все равно попытаемся выиграть. Один хп. GG. И у нас победная. Найс, сразился с пауком. Да здравствует рука Ноксуса! Джинкс, всего три сюжетных босса, три дополнительные после движения за Джинкс. Нечего делать. За Джин или Джинкс? Подожди. У всех боссы открываются для всех игроков. Снайпер Корсар супер круто подходит для Эни. Но есть, да, есть определенные свои сюжетные, вот. Акшан, который, нося удар, качает военачальника, и при этом у него эфемерность. Бэксминок. Ворожаба. Кенч с эфемерностью. Калиста, да как-то пытались мы Калисту, не понравилось. Стой полный даунью. Медленный спел под Эни, казалось бы, норм, но нет. Черное копье тоже не очень. Ну, Акшан с эфемерностью еще кое-как звучит, выглядит. Но я думаю, что это реролл. Браум. Карма, которая идет в атаку. Джарван с восстановлением Браума, давайте. Чифрильер давно не видел нормального. Так, что здесь? Мрачный врач, он прикольный. Монашка тоже топ. Удаление карт пауков, например. В своей руке мимолетный отказ. Стоимость равна двум. Ну, давай осторожненько от отказа. Будем заставлять тебя отказывать. Не знаю, в спеле Эни. Что-то я наверх больше идти не хочу. Да, реванш? Никаких реваншей там. Жестко очень. Наши планы текут как река, эта волна смоет всех. Так, стоит 2. Он не может отказ сделать пока что. Так что пускай умирает. Воду можно замедлить, но не остановить. Я понимаю, что мы против тебя деремся, но все же. Они ни о чем не подозревают. Какую форму примет вода? Течению. Ну, он должен отмену сделать. Ну да, ну я хотя бы попробовал. У всех это лагает стрим. Ну, чуть-чуть кадров потерялось, но не критично. Ступай, не слышно. Ладно, он 3-5, да. А он 3-5, не говори вообще. Кого? Отстань!
Ань, какой нахер, какая ярость дракона. Взрывчатка готова. Требежно. Заклинание светится. Попробуй ударить воду. И у него хватает. А, я думал, подожди-ка, два. Я думал, сейчас отказ сделает. Так даже лучше. Стан, но это. А, этот чел не умрет. Ну, не лучше, наверное, я не знаю. 6-4 кинку с вампиркой. Чё? О, 12 урона, я мертв, у меня нет инвизеров. Ух ты! Я вижу магию! Ты откуда? У тебя такая сила. Не, кажется, без хотя бы второй маны на старте. Это не пройти, типа, надо зайти и звездность выбивать. Ну это не докач, да. Это не докач. Воспрянет и Шурима. Это сколько звезд? 2,5 враги, а у моей Эни 0. Ну, одна стартовая только и все. Блин, вообще рука хорошая. И, честно говоря, Генса уже не выглядит такой опешной, да? Я не промахиваюсь. Mm-hmm. Ясненько. Блин, вот эта вот связка, конечно, класс. Я со 1.5 звезды и ганг 2, и я не могу зайти в ран. Почему? Жень, как ванг это босс? Даже не... Можно подстанить кинку... Нужно убить, но мне не хватит. А, да. Я сейчас попробую кинуть в него стан, но он отмену сделает, скорее всего. А, нет. Окей, это хорошо. Недостаточно звезд для приключения. Так ты сюжетных боссов не убил каких-то, разве нет? Наверное. Они, по-моему, там как-то так открываются. Чуть попозже. Окей. Заклинание светится. Так, хорошо. Давай, Мерсер, приятного аппетита. На автобус. Так ты уже ты возвращаешься, что ли? Я что-то это. Не, ну стан Ванечку. Может, чем вот этого убить кинку? Чем убить кинку? Чем убить кинку? Ну, видимо, вот этим. Тиберс появляется только при повышении уровня, да, то есть... Понял. Государственный заслуженный месячный отпуск. Понял. Это здорово. И это очень здорово. Ну все, теперь точно в Геншин играть. Не раненый. Начнем с вот этого. Асу на лету подстрелю. Мы плывем по течению магии. Цена. Тебя смоет поток. Ты на прицеле.
Тебя убить так. Тебя убить. Могу Ани задефаться. На следующий ход просто Тибер союзнуть. Пламенный привет. Всех раненых продамажить. Ты на прицеле. На 3 урона. Затем нанесите 3 всем раненым и оглушенным. Хочешь получить пулю? Вот так. Ох, как круто! Какую форму примет вода? Давай, давай, Мерсер, привет. В чем смысл замешивать тени в колоду, если можно использовать обычную? Если что пойдет не так, перепризвать. Потому что если придет еще одна эта карта, это хорошо. Замешивание мини это здорово. Она, в принципе, сама по себе довольно сильная. Как минимум, поэтому. Я очень боюсь, что сейчас просто в Тиберса прилетит отказ. Ну, в спел его. Я могу помочь. Ладно. Духи помогают тем, кто их слушает. Я опаздываю. Ну вот. Это будет тебе уроком. Экономит отказы. Взрывчатка готова. Убить всех. Круто. Ну, вообще не убить еще, но близко, близко. Мы сейчас выиграем за счет этого всего, да? По идее. Ну, типа 4 спелла, которые наносят дамаг. Ну, да, отлично. Мы прошли чуть дальше, но... Я... Очень сомневаюсь. Какой уровень сложности менять в этом режиме? Идти на других, более слабых? Качаться, качаться, еще раз качаться. Ученица в руку, 2-3 статы, что за говно, оружейница с пробиванием, вот, гнев Рильорда, который вытягивает карту. Всего 3 имени не могут блокировать, какая свинка, классная. Восстановление на 2-1 юнита. Эфемерная копия снайпера Корсара. Вот эта тема. Кстати, двоечка тоже хорошая была. Так, выкидываем пауков, наверное, да? Или пора вообще. Пауки это блокеры, пора это говно. Компонент разыгрывает первое заклинание за раунд, призовите дракончика. Так, саммонер драконов или небольшая скидка. Начало раунда за каждую карту в руке игрока сильнейшему оппоненту. Видимо, уровень сложности звезды после боссов. Да. Взяли ползвезды только. Ну да. Но не очень сильный. Надо было вниз идти. Кажется, букмекер меня сейчас заспамит чем-то. Надо Аню вытащить. Кто у меня второй герой?
А! Кстати, Браумба против дракончиков отлично работал, ну. Я правильно понимаю, что один из пауков сейчас будет со статами там 9-9, 9-2 примерно. Ну, 10-2. Пробиванием. Чародея звучит более-менее хорошо. Это юнит. Ставки растут, дамы и господа. Бросьте, кажется, самое низкое, вытяните одну. Не буду ничего вытягивать, хорошо. Да, Анечка мне очень понравилась, да. И Лови, в принципе, тоже, но... С хендом придется ехаться. А вот что делать с 3-5 челом? Вот с хендом уже не задефаешь. Не, можно, конечно, поставить Браума, получить 10 в лицо, но... Главное, чтобы не бафы, да? С Браумом ты в безопасности. Это проще простого. Так. Взрывчатка готова. Запасайтесь платочками, сегодня прольется 5, масло. Даруйте другим атакующим союзникам, понял. Так, паук. Покажем нашим вот потеха! Остальные все идут в атаку. Сзади. Коммутатор боев не так уж плохо. Тиберс, отлично. Я выживу это. Потом окажется, что Дрейвен будет начинать с 3 маннами. Прямо в солнечное сцепление. Так, она и правда станет. Наши 4 урона, а потом оглушаю. Класс. Ух. Следующий ход может тебе собаку. Я падаю. Паук же жив, ёпт. Жесть, как она есть. Раз жив паук, значит придется уже метателя заклинаний просто. Это же Клык! Иси! Разберу на детали! Иду на подмогу! Есть что отметить! Окей. Похоже на победу, опять же, но... Их
Покажи, на что... Настолько потно, что... На 2 хп. Как я на 2 хп буду мидбосса убивать? Меня, конечно, похилит до десятки где-то. Это разные осколки полпирамиды. Как получить осколки и играть? За тех, кто тебе выпал. Боевой раш, ей, павук. Павук-станер с остатками звучит неплохо, кстати. Магазин. Вообще бесплатный сундук круче, но я пойду в магазин, может там какой-то винкон вытащим. Палк-тыкалка. Дает бойцу 1.6. Во-первых, она с зельем здоровья, во-вторых, она тыкает на 2. Плюс 4 урона на зверстве, что? Не знаю, я не знаю. Ищем хил, я нашел. Ух, вострок, а бойцы оппонента атакуют, он создает в руке 2 резонирующих удара, их стоимость равна 0. Жена под пробивающим ударом. Охренеть. Ассасин. Все сгорит в яростном пламени, согласен. Духи помогают тем, кто их слушает. Они ни о чем не подозревают. Как хорошо, что он эти нулевки не кинул в нее. Ну, он, конечно, дракончика получит, ну ладно. 3-5, а чё? А. 6. Своему и чужому же, да? Я так полагаю. Если твой любимый персонаж волен, да, да, все верно. Безумить сила ничто. Рада тебя видеть, учитель. Здорово, Сызу 3. Пять-пять с пробиванием. 3-5, какой-то дед. Делаешь. Здоровье выдавать бесполезно, поэтому снайпер. Не все желают добра. У снайпер же блок дает. Блин, эти нуль, это нулевки. Если я поставлю блокера. Хочешь получить пулю? Он же им статы раскидает, да? Ну а что еще делать? За Джина играл, у меня нет Джина, он мне не выпал. Я не играл. Надо проходить легкие задания других персов. Не унывай! Что-то выпало. Я устал, но скажи, на что ты годишься. Я очень надеюсь, что он не убьет. Сила пердуха. Уверен, да. Все, он уже толкаться сейчас будет, да, ногой, по идее. Укрепи свой дух. Ладно, я... Все. Я все. Да, тут не пройти двух звездных без доп-манны хотя бы.
Nope. Ну зато опыта дошли для Сина, аж 500 насыпали. Ну уровень. Ей, паук теперь с броней. Очень полезно. Можно пройти, нужен контроль. Ну да, да, грота и здесь. Тем более такая вся грота получается. Ну вот сюда еще может быть. Давайте попытку за Анечку на Виктора. Если не получится, пойдем осколки выбивать за других персов, проходить их сюжетные миссии, да? Нам еще Зеда убивать. У нас еще Зед не налутан. У союзников есть пробивание. Начало раунда. Даруйте слабейшему. Плюс 7, плюс 1. Созданных карт. Так, это рерол. Так, шансы появились. Считайте, что у нас две звезды, да? Так. Взрывчатка готова. Что за баф он взял? Плюс одна манна. Кристалл маны в начале. Вот слова. Я 1-4 расстрелятор. Ладно. Если тебе дана сила, нужно ее использовать. Системное обновление. Ее, паук с броней, ура! Что, уроки уже закончились? У меня получилось, наверное. 4-2. В принципе, поехали так. Я им всем покажу. Просто фул атака. И это все, что ты можешь? Я покажу тебе науку. Блок я не, конечно, спас, но. Клонируйте меня! Ненадолго. Боевая готовность. Я все сделаю. Сделаю все, что нужно. Разозлись как следует. Очень странная атака от бота. Очень странная. Да, да, я с тобой согласен. Бот, ты какую-то херню сделал. Слушайте, а раньше в самом начале саботаж 2 и наносил, эй, по-моему, да? Или нет? Лучше. Я не помню. Это все, что ты можешь? На релизной версии игры. Или 2 наносили эти подрывники, 1-3 или 1-4, я не помню. Нет, я взял не рандомные скиллы всем юнитам, я взял плюс дополнительную манну. Магия крови, вау. Атакуйте, даруйте мне навыки всех союзников. Вайлмо. Стоп. Стоп, что? Трехмановый 6-6 паук. Это, видимо, точно только ПВЕшный, да, юнит? Нами, которая немножечко хиляет и вообще кастит быстрые заклинания и... К
Коральчики, которые единичку дают. Медленные спеллы. Вот это падение офигенно. Хеймер. 2-4. С восстановлением. Ну или Триндомир, который сразу идет в атаку. Камни преображения, наездник на волке. И то, и то. Вообще все круто. Вот все круто. Я думаю, что нами звучит полезно. А грот все-таки как... В каком-то смысле. У всех бойцов 2-5. А, да. Ну, давай попробуем. Не, то, что он есть в ВП, я знаю, но он получается, да, другими картами. А какой Виктор-то сам баф дает? Бойцов оппонента, имеющих навыки, плюс 1, плюс 1. Понял. Два-пять паук, кстати, в начале с броней прям звучит отлично. Нас довольно долго спасать будет. Ладно. Сразу нами поставить. Нервновато. Давай корольчики. Эти кораллы можно было на следующий ход. Помогите, чем можете. Отдайте монет. Да, броня, это супер круто. Получили 8 спеллманны. Если тебе дана сила, нужно ее использовать. Умей подлизаться, и тебе что хочешь дадут. Но в сточных ямах и так добра хватает. 3-5. Отлично. Оу. Сюда. Вперед. Инвизер — это неприятно, но вообще не критично, да? Здесь не пройти. И это все, что ты можешь? Лучше просто убью. Дурачье! А, 2-5 вайлмо, понимаю. Стэд Рунтер переходить после ХС задолбали, что норм дек нету. Я лучше всех знаю улицы. Здорово, про ПВП тебе ничего не скажу. Мы играем в ПВЕ режим, фановый и... синглплеерный. Вот, поэтому... Вау, секиронос здесь офигенен. Так что, сори, к сожалению, про ПВП я тебе ничего не скажу. Тебе ну, понадобится здесь как минимум разнообразия больше. Потому что игра мотыгоподобная. Донить не надо вообще ни копейки. Все карты, ну, типа карты открываются довольно просто. Как красиво! Давай мне какой-нибудь спелл крутой. Пора испытать эту штуку. 7 плюс 0 счет от магии. Просто поехали. Старайся лучше. Эй, замри! Раньше через арены карты супер быстро фармились. Сейчас арены убрали, экспедиции назывались. Что, грустно, конечно, но... Любую вещь можно починить. Что поделаешь? Вот. Но в целом. Где магия? Там и я. Я думаю, что карты все равно легко формируются. Не очень законно, но очень эффектно. Мой народ надеется на меня. Благословение моей. Безопасный режим. Не слышала. Все равно, что ты не успела. Вот ты где! Смотри, что покажу. Лэм, я работаю! Жетоны XP, что как-то конвертировали. А, тебе самостоятельно надо было зайти и всех их потратить. Казаков не пускаем! Оставь меня в покое! Ох,
Я забил, потому что карты и так легко оформятся. Не стал это делать. А, кстати, устрашение это на самом деле топ. Тут уже ученик-чародей выигрывает. Да, вот с двух маны, если начинать, уже хоть как-то побороться, блин, с врагами можно. Котома, я так и думал, что будет открываться, но... Разыгрывая карту, я отправляюсь в самостоятельную атаку. 4-5. Вместо того, чтобы получить кристалл маны, восполнить свою ману заклинаний. Разыгрывая заклинание, создайте в руке случайное заклинание стоимости 3. Его что, типа на 10-й ход надо ставить или что? Кинжал черной розы, который дает зов. Это хорошо. Так, сундук. Дальше придется, конечно, с потрепанным по работам драться. Случайный навык своему первому призванному бойцу. Ух. Так, Анечка, дополнительный кристалл маны в этом раунде. Ну. Да. Если будет жить. Вижу, зов беру не глядя. Да, зов очень сильно. Взял штук 30 жетонов, но не переживаю, у меня полно кристаллов и шальных, хотя я играю понемногу с каждым выходом патча. Ну я вот, да, вообще почти не играю, но у меня все равно всего хватает. Зов-то здорово, но можно мне Энни первым ударом, пожалуйста? Его первый атакующий, поэтому метателя заклинания оставлю, на всякий случай чисто встан. Так что убил смерть вампиров без читов. Это сейчас, по-моему, ну, возможно вполне, да, вроде бы. Грац. Он еще и с разведкой вылез. Жесть. Так, начнем с эзотерики. На новичке, да? Что сказать? Я умею приспосабливаться. 2-2 чел. Мощь океана! Не так ты должен был блочить. Ну ладно. Что поделать? Там кто-то спрашивал, что с ПВНички делают. Да, следующий нанесенный урон юниту будет летальным. Вот. То есть юнит умрет, если по нему попадут чем угодно. Очень жесткий исп... Да хватит, пожалуйста. Очень жесткий спелл, это на самом деле более сильная казнь, как мне кажется. Вот. Что ты тут делаешь? Как хорошо, что бот не знает, что такое разведка. Тирунтера после перерыва. Клёво. Клёво, мне отлично. Почему не так потно было? Невидимками. Был спел за такую цену, он 2 стоит. Ну, ну я говорю, да, это как казнь примерно. Так и думал, что блоки будут именно такими. Ладно, ему хватает. Здесь что? Вороном добьем. Наверное, вороном. Сейчас они еще в разведку пойдут, блин, чекать.
разведка дает, я не бот. В общем, ты можешь дважды атаковать, но первую атаку должны сделать то именно разведчики. Померимся силами. Так думал. Сабрем, входа нет. Зачем я этот блок поставил? Мне же сейчас блокеры пригодятся. А, у тебя еще и First Strike. Ах, башка болит. Нужно переделать. Этот зох уже на самом деле надо делать. Трех юнитов сам нет. Клёво. Ну, здесь две обилки надо. Ладно, две не обязательно, можно одну. Нужно разведки забаговалось, что ли? Да, визуальный баг. Надо было еще этого делать. Да. Блин. До конца раунда надо было дать урон. Короче, пофиг. 5-2. Ух, метеоритный дождь, как хорошо. У этих... Ну, вообще лучше вот этот дракон. 8-8. Дай дракона поставить. Спасибо. Я добьюсь преступления. Трон словить. Этого уби... А, как я его убью? Нами немножко похилит нас. И, кстати, апнется сразу же. Не плыви против течения. Я найду лунный камень и спасу свой народ. Доверься приливной волне. Узрите совершенство мясные туши. Семя. Кстати, 5 может вот здесь вот сблочить. А почему тут минус один какой-то показывает? А, найс баг. Не всеми. Эй, старайся лучше. Так, ну Анечку спасаем, судя по всему. Но вылапается. У нас есть Тиберс, этот раненый. Мы его убиваем, хорошо. В начале раунда следующего. Да, то что одномановые юниты волвят в шестерку, это клево. Так сказать. Предохранитель отключен. Э,
Fucking fuck. А, все нормально, он не смог. У него пробивной удар. Три урона. Надо было юзнуть Death Hand во что-то, чтобы Тиберс еще урона нанес и добил. Ошибка. Эй, старайся лучше. Не идет в атаку, что неудивительно. И не юзает зажигание. Кек. Системное обновление. Разным случаем выиграем и создайте в колоде карту сокрушительного. Она в колоде. Двум случайным. Ну давай попробуем. И это все, что ты можешь? Ей, попал. Причем идеально попал. В два таргета без брони, которые я могу еще и десхендом убить. А, тут еще и сброс. Так, лучше я вот что сделаю. Атака. Всеми атака, а там уже десхендом буду. Эй, старайся лучше. Нет, атаки пробивать. Я ничего не буду делать, просто выиграю. Ух. 5 хп, но это мы еще не дошли до мид-босса в этой локе. Я не помню, кто он. Кто там с Виктором? Не Фиора же, не? В каждом раунде, призвав трех других союзников, восполните ману заклинаний и вытяните одну карту. Но он стоит 4. Нас предупреждали, отличная штука. Азир! Точно! Хилка или магазин? Вообще, на самом деле, в идеале в магазин идти, но... Твоя преданность будет вознаграждена. Это кто сабнулся на... Кто сабнулся? Подожди, это Азир говорит? Я думал, это... А почему я думал, что это говорит этот Гикарим? Твоя преданность будет вознаграждена. Ой, я могу звук перезаписать, чтобы он был достаточно громким. А я почему-то думал, что это Гека был. Еще минуту. Сейчас будет громко. Твоя преданность будет вознаграждена. Твоя преданность будет вознаграждена. Твоя преданность будет вознаграждена. Звук оттуда идет плохо. Справа. Твоя преданность будет вознаграждена. Стоп, а что, я не могу на тебя просто так нажать, нет? Твоя преданность будет вознаграждена. Твоя преданность будет вознаграждена. Ладно, все, у нас алерты из Рунтера теперь будут. Так, звуки тише здесь. Твоя преданность будет вознаграждена. Чаных солдат оппонента везде, плюс 2, плюс 0. Ура! Я это не выиграю, я не знаю, зачем я хилился. Какой стол крутой, я такой не видел еще. И в любом случае нужна Энни, но я хочу паучков оставить. Тем более с броней. А у него. А его броня ничего не дает ему. Хочет сразиться с богом. Нет. Император приказывает, и земля слушает. Чел, ты. А, у них еще и пробивной удар. А, нет, это на рандоме он пробивной удар получил, да, видимо? Да, по-любому на рандоме, что? Энни, ей! Надо брать. Это у нее кристалл маны же, да? Твой
император Водник вернулся. Туманы, да. Вы думаете, он будет ее блочить? Должен. Я думаю, что будет. Пауков лучше не отправлять. Зачем я же мог вас предупреждали сделать? Ну тоже, тоже нормально. Тоже нормально. Убил и убил. Нас предупреждали потом бою за. Шурима, не, куко. Весь мир песчинки. Так, а призовите атакующего солдата. Да, да, да. Плечом к плечу. 8. Не, подождите, у них реально пробивной удар всегда? Нет, это просто им так на рандоме везет. Нет, за что? Отстань! Будет опасно. Что надо было вначале нами ставить, да? Нам там забафал урон. Всем пробить. А, нет, у них у всех палится, да, не, пробитие у них просто есть базово. А, навыки, а, при навыках плюс 7, плюс 7, это рандомный навык никакой не дает, я что-то куплю. Говорить и быть услышанным, вот истинная если сила. Если бы улучшали уровень, у чемпионов союзников плюс 2, плюс 0 везде. Right, отлив нами. Урон врагу или вражескому нексу будет выбрано случайно. Или создать в руке прилив. Прилив и отлив. То есть это надо на 6 маны минимум юзать. Врагу или Некс случайно. Или остановите Некс. Тут все такие классные! Ой-ой. Так, это быстрое, это медленное. Он сейчас пойдет в атаку, чтобы призвать челиков. Рандом случайным. Ой, так. Пять хп. И так одинаково. 5. Ясно. Я могу. Или на Эксусу будет выбрано случайно попробовать вписать, но случайно это такой... Такой кринж. Не-не, нами обилку юзать нельзя. Она только озвучка заставляет любить игру, это правда. Что если мы почти выиграли? У него же наверняка есть в быстрый спел призови миллиард юнитов, нет? Только не история. Давайте попробуем так, но вдруг...
Нет, уничтожь свой кристалл, чтобы сделать минус 2, минус 0. No! Восстановите 2 Нексусу или... Союзнику или Нексусу. Нексусу! И давай, прилив, отлив. 2 здоровья своим... Чего? Урона врагу или на Эксусу и восстановите здоровье. Ну я почти. Четыре-три юнита с пробиванием сейчас будут атаковать меня. А у меня вообще нет здоровья, ну старосту надо ставить. Тогда не вставай у меня на пути. Что он делает? Призовите 6 песчаных солдат. На тот ход, когда я пошел в опен атаку, надо было дать ему манну потратить. Он бы выставил какого-нибудь юнита, я бы притянул его там каким-нибудь паучком 3-1, и может быть мне бы хватило. Твоя преданность будет вознаграждена. Хз, хз. Ну, Энни, мой атакующий ход первый, клёво. Случайно. Сейчас одну приливную волну, наверное, можно оставить. И хочешь сразиться с богом. Кстати, когда я потерял Энни... Я потерял дополнительную манну. Из важных моментов, да? Че, Азир плюс спелла сейчас. Шурима, твой император вернулся. Будет. Не плыви против течения, утонешь. Мой триумф увидят даже те, кто не верил. Выстави еще юнита, пожалуйста. Нет. Так, тут два варианта. Либо мы бьем двум случайным врагам и убиваем, ну, чтобы не тратить расщепление. Вниз по течению. Да. Где? Или мы тратим расщепление. Эту обилку оставляем на будущее. Это... Че, он в Нексус не попадает? В прошлый ход же попадал в Нексус. Призовите песчаного солдата. Ладно. У меня Тиберс, ничего себе. Тебе идея игры, чтобы оба игрока могли ходить в один ход по очереди. А, в Рунтере-то? Офигенная. Такой механ примерно еще был в артефакте, который, конечно же, умер и говно, но у него были интересные механы и интересные идеи. Так, он очень много манны потратил. Может, я это и выиграю сейчас каким-то образом. Две
Воятель говна. Есть идея, если честно говоря, сделать вот так вот. Ну, либо просто-напросто Анечка блочит. Минус 2, минус 0. Да. Тогда давай так. Я немного играл в Волн, мне очень нравилось играть за Энни, что у нее есть Тиберс. И... Сколько урона у меня есть? Я не отступлю! Много! Круто. Минус 2 и лишаются навыков. Ну, вроде ничего страшного. Я выиграл через Death Hand. Врагую вражескому Нексусу. Найс, какой. Как сыграть в карточку по Marvel от бывших создателей ХС, вроде Marvel Snap называется. Я даже не слышал, не знаю. 6 солдат. Он опять почти выиграл. Кстати, я мог единичкой выиграть за пацана. Чуть не подумал, но можно было ее сыграть. Вдруг там отмена какая-нибудь за 3 маны, уничтожь свой кристалл маны, но отмени заклинание. Я и так выиграл, потому что пацан стрелял. Фух. Ну и пот. Разыграв заклинание, даруйте мне 1-1. Yes. Начало игры, призовите хекстековую обсерваторию, ёпт! Yes! А после этого усиления можно направо идти? Раньше, по-моему, натуралистка была с мощным врагом. Начало игры оппонент призывает хекстековое горнило. Стоимость всех его карт снижена на 1. Пускай! Я бесплатные спеллы буду кастить. Хекстековое горнило — это плюс карточка для обоих игроков. Поехали. Звучит, как будто я его контрю. У меня еще и Энни в первой руке, и несколько вайлмо. Спеллы нужны. Одного вайлмо оставлю, просто как блокера. Что? Я не так хотел. Возможно, сейчас блокеров просто, пауков выставлю. С другой стороны, нет, нельзя. Анечка еще по кристалл маны даст. Похоже на триплет, да, не говори. Ау, боже мой, сколько урона! Грибы, поропушка! Что происходит? Нет, отстань от нее! Охренеть, первый ход у противника!
Обычно я охреневал от своего первого хода, да, типа, на Иничке, но... У нас одинаковое количество, по 4, но... 3 гриба. Ну и пошел на элитку. 2 урона двум случайным врагам. Это надо делать. Тем более, спелл бесплатный. Основная ману равна его стоимости. Можно, конечно, кинжал черной розы, но нет, лучше волну. Да куда ты попал, блин? Я не жива? Будет жива, если я что-то еще кастану. Я могу Death Hand бахнуть, чтобы вот это вот убить, да? Могу вместо Death Hand просто расщепление. Так будет дешевле и лучше. Но выживет за счет каста дополнительных спеллов. Что за ад? Вернем был в старых лабах, вумпа и пора за 0-1 ман, но... Не, ну у меня-то тоже хорошие всякие юниты. Можно ударить пауком, можно ударить Анечкой. 3-2. Плюс, если что, юзну расщепление на бота, да? Потому что я не хочу, чтобы она умирала. Ну, конечно, достойные противники. Вумпу и пора. Е-е-ей. Блин, он не дефается инвизерами. Чел, ты... Дефайся инвизерами. Я важная персона. Шо? Так, я предлагаю начать с кинжала черной розы. Golden Sister вообще шикарно, потому что с вампиризмом. С другой стороны, есть равноденствие, которое кидает безмолвие. Ну, вампиризм, наверное, да. Бич небес хорош, но... Так, ну... Я могу его убить, но... Нет. Ту-ду. 3-3, паук. Ученика-чародея. А как я буду юнитов играть? Да, ученика-чародея, наверное, надо. Крушитель, хорошо. Как я буду играть золотую сестру, если... Они улучшаются, когда увидят 6 медленных или быстрых заклинаний или способностей на столе. Я не могу сыграть золотую сестру, потому что он не пошел в атаку. Тупой бот. Мне бы сестру с вампиркой через кинжал розы. Так, ладно, давайте начнем, наверное, с вот этого. Будет опасно, но я справлюсь. Тиберс хорошим был бы, но... Кто я такой? А ты кто? Робот пофиг. Еще не кастил спеллы. Вы получили 8 манны заклинаний. Кстати, Ахикстеква обсерватория ей же даст, да? Повышение. А, это не манны заклинания, это обычную ману восстановит обсерватория, понял. Мне в любом случае какой-то спелл надо будет сейчас кастить. Поэтому мы идем... Блин, я не хочу кинжал тратить на что-то, кроме Золотой Сестры. Чтобы на Эни пробивание, да, было бы здорово. Давайте от паука избавимся. Сколько места у меня будет? Все еще мало.
двух юнитов. Потом тогда на следующий ход вот ее ставим. Давайте попробуем так. Заклинание светится! Да за шо? Вот вы мы избавились, блин, от двух юнитов. Кстати, кастанов спел, я смог бы качнуть пауку урон. Поэтому в любом случае. Даже готов от этого парня избавиться, наверное, в данной ситуации. Ладно. То есть он превращает этого в маленького утильного выползня, который в итоге умирает. Да пожалуйста. Я просто думал наоборот, ну окей. Так, ну вроде почти выиграли. Сейчас ставим вот эту шестерку. Звезда полудня правит небом. Можно было еще вот этот спел разыграть. Медленная приливная волна. Давай разыграем. Вроде неплохо. Я лучше всех знаю улицы. Как-то могу ее спасти, там что-нибудь сделать. Есть какой вариант? Типерса сейчас, вот в этого юнита. Этот умирает. Она живет. Грибов осталось 6, фигня какая. Сумерки опасны. Возможно, он будет Энни блочить пауком, 5-4 будет блочить. В Тиберса. Но он же будет блочить. Да. Все-таки нет. Ну ладно. Еще одну такую же деву нет. Бойца или место силы. Уничтожаем горнила. Почему на Аню не сыграл этот спел? Ему, да, нельзя превращать в чемпионов. Я знаю, как добыть грибы. Грибы. Уничтожить. 3 урона 4 разным врагам и создайте гигантскую волну. Почему показывает, как будто они умирают? Да потому что да не умирают они, нифига. Убиваем, да? Да, убиваем вумпу. Убиваем все. Хорошо. Ну, грибы, понятное дело. Очень важно сейчас не дроваться. Гигантская волна наносит всему и даже Нексусу. А 5 Нексусу в том числе или всему? Так, теперь Секиронос. Легионер. Они ни о чем не подозревают.
И поехали. Грибы мы не вытащили, к счастью. GG. Все-таки я справился с горнилом, потому что у нас есть бесплатные спеллы каждый ход, и только поэтому. Ну еще потому что Энни дает плюс один камень. Фу, это здорово. Отступление за один маны для нее, кстати, норм. Краденые товары могут быть очень даже неплохие, вряд ли. Спасать Энечку. Потом выкладывать ее мгновенно. Да, можно. Призывай чемпион, призовите эфемерку. Нет. Наносите урон Нексусу, даруйте верхнему союзнику +1/+1. Наверное, да. И можно перевыбор сделать. Летчики клевые. Летчики. Хотя, как часто мы будем дамажить Nexus, кто его знает. Так, вопрос, что дальше нас ждет? Я не вижу, что дальше, да? Пока ничего не куплю, видимо. Нексианская рвень. Нанесите 3 союзнику, чтобы нанести 3 любой цели. То есть это нанесите 4 союзнику. Камия призывает или уничтожает, исцелите Nexus. Школа Рейвенблума. Школа офигенная. Школу берем. Даже, наверное, 2 штуки. А, катала, к сожалению, врагов -1/-0. Блин, прикольно, но... Даруйте... Оп! Читайте 3 раунда и нанесите вражескому Нексусу урон равный моей стоимости умножить на 2. Каждый раз, сыграв 2 другие карты, восполните 2 маны и дайте +1/+0. Блин, интересные тут выборы. Так, там магазин, там... Солистка! Не трачу все. Я не помню только, какие там бафы у солистки. За 500 точно есть. То есть можно еще один катализатор взять. А вот что еще? Я хз. Так, мой первый ход, у меня есть сразу Аня, есть вас, предупреждали, и одну убрать, школу точно поставить. У меня 2 маны в первый ход, 2 маны, возможно, вот это, наверное, не очень нужно, да? Да, пока что нет. Ну, Смесенпай, привет, Сикевич. Сделаю. Следующий ход 4 маны, наносим 2 урона 2 рандомным. Супер. Блин, если бы у него хоть спелл был. Юзаем. Подожди, там разве не должен каждый ход призывает следующую турель? А, да, первая турель это вот это, что ли? Ол. Волну точно играем за 3 там. Казалось, что я только что спел ману превратил в обычную, но вроде нет. Блин, кардролл теперь нужен. А, волна опять. 2 целям и... Их механ абсолютно не так. Это чел паук. А. Так, тебя станем.
стоп. Мне не обязательно. Стоп, призовите сторонника из регионов, чья стоимость равна моей. Если я делаю так, он не призывает никого, потому что спел уходит в молоко. Лучше уж так, да? Я, конечно, хотел оставить прокачанную Эни, а она все равно успела прокачаться. Жесть. Сказала, чтобы поиграть на телефоне, видимо, нашел. Ну, кстати, вот эти вот экспедиции офигенно играть там в дороге, например. Ну, не экспедиции эти, а? Да. Какая большая уровень? Задолго призовите стоимостью 3. Так, я вот что думаю. Я очень хочу юзнуть волну прямо сейчас. Игра мне это позволяет сделать. Тайбл фуллес. Что дальше? Дальше, наверное, Тайболк и Легионер К. Представление начинается! Неприятно, но не критично. Взрывчатка готова. Его притягиваем, его. Нет, лучше того, у которого First Strike. Все норм. Карточки мутятся. Урон крутится. Блин, а еще у меня есть проблемы. В руке одни Анечки, а... Как это выигрывать, непонятно, да? Тиберсон. Проклятие. В open атаку сейчас пойти. Скорее всего, придется. Урона будет достаточно много для open атаки. А, стоп. Что значит в open атаку? У него же сейчас юнит призовется. 1-10 ВЛМО делаем. Хватит! Пожалуйста! Стоп! Карина. Я могу, я все еще могу проиграть. Можно мне перестать Эни в руку спамить, пожалуйста? О, я мог все три спелла юзнуть и получил бы +3/+3 и выиграл бы. О, фак. Если я сейчас проиграю, за то, что не сделал этот мув. Эти глупцы боятся. А я могу, потому что у меня-то карт нету. А у него есть. Не мешай мне. Фак! Найс поторопился. Жесть. Я еще хотел заблочиться, потому что понимал, что Death Hand это мой прям... Винкон. Я еще хотел заблочиться, думал, наверное, надо. Еще волны всякие. Так, наверное, идем прям в атаку. Ну там винкон.
17 урона в лицо лишнее. Ну да, но... Вдруг он как-то превратит, я не знаю. Не, вроде все надо. Жесть. Да, на Виктора с таким маленьким хп идти опасно. У него же там инвизеры всякие, мистикшоты в лицо, по-моему. Щепление Энни вытягивает карту. А ее расщепление тоже будет карту давать? Переиграть нельзя было? Нет. Чё не блочил-то? На next ход был ГГ, чё, у меня не было десхенда в руке на тот момент. Получив жетон атаки, призовите саженец. Охерительно. Показатель здоровья до показателя силы тоже круто. Или штамповка. Но я думаю, что месть природы, конечно же. Берем просто. Целитель. 16 из 30. Так, бойцы абонента получают 1-1 за каждый навык. То есть у него плюс 2, плюс 2 за каждый навык, потому что это его второй бонус. Я правильно понимаю, да? Нет? Да. Имеющих навыки плюсы. А, за каждый. Ага, ясно. Я как бы хочу катализатор ионов, но... Ну, он, его можно оставить в руке. Вас предупреждали, чтобы вытянуть тень, если вдруг она не придет. Его нужно оставлять, потому что он стоит 5 маны. Я его играю на второй ход, и он сразу же восстанавливает эту ману, и я хиляюсь и получаю дополнительный кристалл. Да, это точно. Вот с этим что делаем? Можно оставить. Если вытянется Анечка. У него же там еще... А, раньше он, кстати, двух братанов еще призывал в начале. Не бойся и не сомневайся, просто сделай это. Виктор, как думаете, у него будут юниты за 1, за 0? Бить или не бить саженцем? Вот главный вопрос. Не бить саженцем. Ну ладно. Зато я играю катализатор. Даруйте сильнейшему союзнику случайный предмет. А у меня нет сильнейшего союзника. Отдай! Мне надо! Пожалуйста! Верни! Пожалуйста! Ноу! Говно. Ладно, отпора я дефиться десхендом не буду, это будет глупо. Верни, пожалуйста. Вас предупреждали, дай мне Анечку. Он же сейчас Виктора по-любому поставит. И он умрет. Нужно сбросить ее оковы. Чай навык, 0 маны, ну... Ладно, он умрет. По-любому. Гениально! Стоп, у него... Он не... Пока что он не умрет. У него есть Spell Shield. Вот ведь тварь. Но! Death Hand плюс вас предупреждали, плюс расщепление. Найс. Главное, чтобы щит обычный не пришел сейчас. Блок, блок ничего не дает. Так. Что мы делаем? Мы сбиваем ему Spell Shield Death Hand'ом. Дальше мы жмем вот эту штуку. Она же медленная, она медленная. Вытягиваем нами, что, кстати, вроде бы не так уж и плохо.
него наверняка еще один Виктор будет в руке. А сколько Аня внесет? Ну, она просто здесь сдохнет, да? Ну, короче, без этого спелла бесполезно. А, делаем так, делаем так, делаем так, делаем так, делаем вот так вот. Виктор умирает. А у нас миллиард новых карт в руке. Здорово. Да, ее расщепление тоже дает карту. Вау. Найс. Волна. На этого пока болт забиваем. Ставим нами. Не плыви против течения. Один спел маны остался для прокачанной нами. Зрение. Цепочку. Луч смерти. Ладно. Тебя. Мое первое серьезное задание. Ля, что есть? Блин, на меня апнулось. Проекция карты чемпиона равно не проекция карты чемпиона, что круто. Ну да, заклинание это именно заклинание. Это забавно. Можно начать с волны. Можно начать с атаки. Нам надо разбираться с Виктором, если он его выставит. Поэтому я передам ход при помощи волны пока что. Блин, чел, ты... Тиберсом сейчас можно убить Виктора при помощи спелла расщепления. Так, все так и было. Нельзя, потому что сполшил. С амулетом. Эти глупцы боятся будущего. Самоделки звучит не очень страшно. Ставим пауков. Да, наверное, да, пускай стоят. Я дотошный, по долгу службы. Все дровают карту, хорошо. 8-7 девочек. Мараи больше не будут жить в страхе. Два работяги из кузницы. Блин, что-то этот чел меня начинает пугать. С его ферстрайком. Давайте мы делаем так. Какие гачибас челы. Благословение Марии. Оседлай волну. Как там, как же они статы качают? Сама по себе качает Анечка и еще и нами ей накидывает. Они не пойдут в атаку. А значит, я могу спокойно паука менять на диверсантку. Еще Тиберсом что-нибудь убил, чтобы в опен пойти. Наверное, нет. Че там за призыв был? Yeah.
А, месть природы, блин, точно, у меня же эти должны еще вылезать. Все готово. Я не отступлю. Поехали. Простите, что вы сказали? Эй, вон отсюда. Ну, Юнита жалко, он сильный был. Есть ли смысл 5 урона давать? Да. Куда? В нами или в паука? Давай в нами. Нам просто зов нужен. Чего-нибудь крутого. Например, пожирателя миров. Доверься приливной волне. О, кстати, я спас Секироноса. Секироноса. Если я кастану еще один спелл, мы их убьем. Плюс в паука придет, да? Летал? Оседлай волну! Негодяй! Поберегись! Смену дал! Не, ну на эпических усилениях чисто. Жесть. Фух. Найс. 400 опыта. Молодец, Анечка, молодец. Просто, просто молодец. Хорошо. Блин, что-то маркер не ставится. Странно. Поставлю вручную через Twitch, может. А нет, через Twitch не поставлю. Слэш маркер. И маркер created. Ага. Да, да, победили Виктора с первой попытки за Энни, но там, конечно, баф вот этот. Так чего у меня три бафа было? Хикстековая обсерватория, поток манны с самого начала игры и месть природы из эпических. Жесть, еще и налетчики, которые там бафы. Ну, это было супер сложно на самом деле. Ей реально звезды нужны. Давай мне мою серебряную коробку. Звезды Джина или Барда? Ну, это вторая звезда Илаой. Придется играть за нее дальше. Плюс один к начальному запасу ман. Начало раунда даруйте слабейшему врагу уязвимость.